Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Иллюзия обмана 2013 года. Команда лучших иллюзионистов мира проворачивает дерзкие ограбления прямо во время своих шоу, играя в кошки-мышки с агентами ФБР. Король воров. «21. Карточная игра – комбинация уникальных математических расчетов, превосходных актерских талантов и хладнокровной выдержки. Карточный игрок – человек особого склада. Молодые люди решили провернуть аферу века и разорить крупнейшее казино страны на астрономическую сумму. Они решили взять Вегас. Их пятеро. Игра захватила их целиком. Их игра поразила своей виртуозностью. Они изменили ход самой игры». Афера. В 1930-е годы двое отпетых мошенников пытаются отомстить главарю мафии за смерть их общего друга с помощью одной из самых неожиданных афер в истории кино, которая к тому же заканчивается удивительным и забавным образом. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!